У нас уже традиционный шестой раз будет в эти выходные, в пятницу, субботу и воскресенье, проходить турнир «Кубок вызова». Его такой рекламный слоган традиционный «Померяемся клюшками». Я думаю, будет всем интересно. Этот турнир любительский, ветеранский, принимают участие известных крупных компаний: «Газпром», «Газпромбанк», команда «Метеор» – это команда энергетиков, «Мегафон», ну, еще несколько команд, и в том числе команда правительства России. Вход будет свободный, я думаю, будет всем желающим интересно посмотреть, поболеть за свои любимые команды. Тем более за это время я знаю, что у многих команд уже появились свои болельщики среди жителей нашего города и района. Вот. Ну, турнир действительно пользуется популярностью. Приезжают известные люди, политики, как говорят, чиновники, крупные бизнесмены, люди известные. И в том числе, конечно же, и известные хоккеисты, и чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр, обладатели Кубка Стэнли. Поэтому будет на что посмотреть, за кого поболеть.